Всем привет, с вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать вот такую вот открытку к Новому году. Давайте начнем. Сегодня я сделала заготовку из бумаги для пастели размером 14 на 14 сантиметров. Далее я беру еще два квадрата размером 13,5 сантиметров на 13,5 и 13 на 13. Теперь я хочу сделать рваные края. Поэтому я беру линейку и обрываю края. Так я делаю на обоих листах. Теперь мы все края тонируем, включая заготовку. Так, вот что у нас получилось. Теперь мы все это приклеиваем. Сейчас в продаже есть много листов с набором новогодних мотивов. Вот у меня, например, вот такой. Вам нужно выбрать самый наиболее подходящий мотив под вашу открытку. По набору я выбираю вот такого вот дедулю. И под его размеры я обрежу гофрированный картон. И края картинки немного обработаю штемпельными чернилами. И так далее. На фон я приклею декоративный скотч. Так, далее я беру вот из такой вот бумажной тесьмы, небольшой кусочек отрываю, и я приклеиваю вот прям под эту картонку. Далее я беру вот такую вот бечевку, намазываю кончик клеем. Такая бечевка продается в хозяйственных магазинах. Вроде бы открытка завершена, но такое ощущение, что чего-то не хватает. Поэтому я решила добавить вот сюда большой подарок. Как я его сделаю? Я беру кусочек гофрированного картона, либо можно взять любой другой картон, заворачиваю его в оберточную бумагу, подходящую по цвету. Так, немножко подрежем вот эти края. Заклеиваю клеем. Теперь беру бечевку. Тоже приклеиваю клеем концы. Края немного затонирую чернилами. Приклеиваю подарок сюда. Теперь я беру воск. Поджигаю.
пикапу на подарок. Немного жду, чтобы воск немножко подостыл, чтобы наша печать не расплавилась. Итак, вот такая открытка у нас с вами получилась. Самое главное в ней – это подобрать подходящую бумагу и найти новогодний мотив. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до новых встреч!